Сегодня Всемирный день британской группы «Битлз». 16 января 1957 года в родном городе музыкантов Ливерпуля открылся клуб «Каверн». Именно оттуда группа начала свой творческий путь. Немало поклонников ливерпульской четверки в Тюмени. Александр Андрюшкин – настоящий битломан. Творчеством группы он увлекся еще в 6-летнем возрасте. Теперь его квартира больше напоминает музей. В коллекции тюменца десятки интереснейших экспонатов, в том числе пластинки, плакаты и даже копии гитар «Битлз». Звезда может погаснуть, да, когда-то уже давным-давно, а ее волшебный свет будет долгие-долгие-долгие сотни лет лететь и светить. Я думаю, в случае с «Битлз» это как раз тот самый вариант. Это такая сказка, которую нам подарили и которая у нас была, есть и будет всегда. Битломания у нас в стране была, и я думаю, что есть и будет. Кроме того, в 2011-м Тюменец побывал на концертах Пола Маккартни и Ринго Стара. На этих кадрах сын Александра вручает подарки экс-барабанщику «Битлз». На этой рубашке я вышел на сцену. Она вообще не стиранная, все это время лежит с отпечатками рук Ринго Стара. К слову, заветная мечта Андрюшкиных – погулять вместе по Ливерпулю.